Приветствую вас на канале Тонечкины рецепты. Сегодня мы будем готовить рулеты из лаваша. Для этого нам понадобится 800 грамм филе куриных грудок, 1 огурец, 1 помидор, 6 листов тонкого лаваша, 1 чайная ложка соли, полстакана майонеза, 4 столовых ложки подсолнечного масла. Филе куриных грудок нарезаем маленькими кубиками. В сковороду наливаем подсолнечное масло, даем ему нагреться. Затем выкладываем филе куриных грудок. Жарим, помешивая до готовности. Солим. Лаваш складываем пополам. Намазываем на одну часть лаваша майонез. Выкладываем кусочки курицы. Затем выкладываем на курицу мелко порезанный огурец. Поверх огурца выкладываем мелко порезанный помидор. Затем заворачиваем в рулет. На сухой сковороде обжариваем с двух сторон до появления румяной корочки. Рулеты из лаваша готовы. Приятного аппетита!